Анонс и точно дата выхода 31 серии турецкого сериала «Одинокий волк». 31 серия сериала выйдет в эфир 23 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Алтай и Мерьем – пленники в руках Джана. Джан делает предложение Мерьем. Либо она будет Джаном, либо станет свидетелем смерти Алтая. Мерьем не знает, что делать. Она в шоке. В то время как Алтай и Мерьем близки к смерти, планы Джана относительно Халита и консула также работают. Джан будет членом консула, а Халит будет главой консула. Единственная проблема состоит в том, чтобы заставить совет принять это в отсутствие Харуна Караджабея. Здесь пригодится талант Халита. Минет и Ферди больше не могут терпеть настойчивость Мюстакима и попадают в Red Embers. Мюстаким уверен, что Алтай и Мерьем здесь. Вскоре начинается конфликт. Но эти ходы заканчиваются определенным приказом барыша. Теперь пришло время Ахмету войти в Red Embers с официальным обыском. Но то, что он там увидит, повергнет его в шок. Напомним, 31 серия сериала выйдет в эфир 23 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.